Більше 1 мільйона гривень на гуманітарну допомогу для мешканців міста. Міжнародна фармацевтична компанія відгукнулась на прохання міського голови Дніпропетровська. Близько 10 тисяч упаковок медичних препаратів передадуть до 72 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, де лікарі видаватимуть препарати нужденним. Ми сьогодні отримуємо безпрецедентний гуманитарный груз медикаментов, снижающих артериальное давление, улучшающих регенерацию организма. Поэтому мы очень благодарны нашему мэру. Мы такую помощь безвозмездную в таком объеме, пожалуй, получаем впервые. Это препараты гипотензивные, противовоспалительные, контрацептивные и ряд других препаратов, в которых нуждаются социально незащищенные группы населения. Гуманитарный груз нам помогла организовать фирма «Гидеон Рихтер». Наличие у нас 12 центров с 72 амбулаторий позволит распространить эти препараты особо нуждающимся жителям города.